Ушел. Вижу, вижу, нет, нет, сидит, все еще там. Убил. С теплаком что ли типа убил? Тут буду под ту сторону. Нахер туда. Давай, уходим. Он, сука, он забрал мою сумку. Он не лутан. Это чел забрал мою сумку. Это не я. Где он был? Вот отсюда. Сторона камня в машине какой-то. Блять, а как мы с ним разминулись? Я только что там прошел. Член у него был с очками или забрал он, типа того, да? Да. С теплаком что ли типа убил? Нет, просто М1 на... Киллер 76 я убил? Да. Да, вот твой вепрь. Узнаю. Эту вепрь вынести или выкинуть? Выкини, собрался уже. Так. Достаточно долго так, чтобы давало. Так, дождик закончился. Короче, чат, тысяча извинений, но я выкидываю каску, потому что я ни черта не вижу. Сейчас у вас качество ухудшится из-за того, что все стало почетче, а не просто мыло, которое перед глазами. Но иначе я не вижу нифига. Нашелся. За камнем он, походу, сидел. Вижу. Сука, и он меня тоже видит. Бронебойное что-то. Сильно мне круто выбить. Вы, наверное, чат не видели его, но я видел. Вот там он сидит. Наверху. Уже ушел, походу, куда-то. Да, уже ушел оттуда. Я еще не привык к этим вот камням высоким. Потому что они играбельны, так скажем.
вон он, все еще там, видите? Под задачей выполнена стрелок от бога. А что я сделал такое? Что за квест я сделал? Стрелок от бога, что это за квест, парни? Валялось. Да? Не знаю, то ли текстура сыграла. На камнях, на камнях, на камнях есть. Перед нами. Большие камни, левая сторона этих камней. Я про них хотел сказать. Убил. Он был слева от этих больших камней. Мы побежали озеро полностью. Угу. Ля, вепрь сзади. Сегеря, сегеря. Подавляю, подавляю. Бля. Дай ему похер на подавление. Он на кромке. Да, да, да. 62-й патрон. Убил. Как мы прошли-то его? Не по нам? По нам. Убил его. Штурмана. Штурман? Да-да. Я лутаю, если что. Меня могут прибить. Это смотри. Слушай, откуда меня убьют, если что? Да, мы на выходе. Блядь, ты? Закрытом. Закрытом, в зеленке. Болтовка. Ты же был на втором? Или он уже мог занять тоже второй камень? Нет, нет, я здесь на втором. Смотри. Это у тебя прям рядом. Ты неужели сразу он убежал, как только промахнулся? Снайпера не мог он стрельнуть? Кто? Вышки. Вверх со снайперской горы не мог стрельнуть? Не, я слышал, здесь выстрел. Глушенный выстрел здесь был. Ты попал в космос в метровской стрелкой 50 метров. У меня стрелка 100 летит. Так. Я пошел за сумкой за своей обратно туда. Ты там убивал кого-нибудь? Нет, нет. Труп? Скрытым труп? А убить с той стороны? Ты же тут можешь проверить или нет? Блин, ну я открыт буду под ту сторону. Нахер туда. Давай, уходим. Он, сука, он забрал мою сумку. Он не лутан. Это чел забрал мою сумку. Блять. Не, ну это... Профиль. О, СВД. Да-да-да. Это он... Это он мог достать мою СВД из сумки. Стой, сука. Ай. Слушай, я пошел за своей сумкой. Слева от гнезда. А, моя сумочка. Видишь, сюда. Готов он, блин. Разбийник, разбийник, блять, украл он сумку мою. Его погубило. Блять. Разговор в природе. Капец, блин.
монеты все выкинул, да? Да, да. У левого гнезда, короче, вид. Вот она, сумочка моя, вот она, родимая. А чё тут повыкидывал половину, я не понял. А, он типа СВД-ху в руки взял. Как вам чат? Ты сейчас стрелял? Нет. Тут сейчас глушен и убил бота. На ЗБ-014. Я через дорогу от него. Вижу. Сука, чё ты не умираешь-то? На гранате. Что, веса нет нихера с этой сумкой? Иди, прям влево. Вот, на меня смотришь. Так, я лёг полутаю. Так. 14 тысяч опыта с леса просто. На суициде свои, нет? Нет. Нет. На суициде, правильно. Сколько? Один минимум. Видел. Он зашел, что-то я его не вижу. Может, спрыгнул в сторону. Ходил с нашей стороны. Ушел. Вижу, вижу, нет, нет, сидит, все еще там. Убил. Может быть, не один. Аккуратно. Ну, где? Еще раз. Лутаю, типа, короче. На похер. Куда он может пролить? Где-то бегает. Где-то бегал. Нет, тихо, нет, тихо, нет. Тихо, тихо. У меня контакт в упор. И одного. Все, говорите. Он, по-моему, к воде или дальше к гряде пошел. Где-то прям передо мной был. Да, вот тоже чисто. А где он грену кидал? Куда? За грядой там где-то взорвалось. Вдоль воды! На гранате. Должен был убить. Да, минус. Вепрь. Ты у меня? Это я. Да, да. Да, да. Собирает тоже. Не, собирает. Даст поставить 1440. А, я его взорвал эвкой. А. У ЗБшки. От ЗБшки бежит к дому. Бля, двоечник напугал его. Сука, за дом ушел, короче. Юсек в белой куртке. Нет, Юсек ушел. Двое. Этого убрал. Еще раз скажи. Туда пошел. Скажи еще раз. Юсек. Бегу, бегу, бегу. Они туда типа с гнезда шли или как? Да, видимо, слева направо. Ну, там танцевал туда-сюда. Можешь там у них спросить, там, как пройти в библиотеку, там, я не знаю. Продают ли они старый славянский шкаф? Сейчас я подойду туда. Пойду посмотреть. Не с поваленного? Может быть, оттуда. Но ближе к Юсеку было, то есть виднее. Да, вижу. За Юсеком один точно. Минус один. Двое было, да? Уверен? Да, да. Хочешь, я тебе покажу оружие, которое способно просто стереть с лица земли, не знаю, пол Таркова. Где ты? Я намечен. Тоже тут сейчас. 7 звезду. Это очень опасное оружие. Сразу предупреждаю. Можно просто по звездам стрелять, если хочешь. А-а-а. Это межзвездный галактический бластер? Да, да. Это маленький. Стоит, челоботы спавнились походу.
У меня есть на суициде вид сверху. Принял. Он спрыгнул с него. В мою сторону, в сторону лесопилки? Да. Хит. Ладно, я сам разберусь. Оставь его мне. Мне двоих осталось убить, надо, блин, делать. Минус. Все хорошо. Чтобы мне не прилетело что-нибудь. О! У этого нормальная сборка. Перед нами. Убил? Да-да. А где эти гранаты? Пойдем туда сходим. Мне кажется, это вот как раз с пролома, когда выходишь в деревню туда. Там где эта вышка стоит. Не вышка, а да-да-да, дом с антенной. Выбежал. Бежал в сторону моста. К мосту бежит. Готов. Не дошел. Портануло. Я у мусор тут через. Да, вижу, вижу. Там же написано, блин, внимание, снайпер. Алло, чел. Как так там? Флешки стакнуть, а я что-то поискал, не нашел. Вот гляньте, вот такие брейды вот всегда были. У народа что-то совсем мало, блин. Сейчас вот оттуда побегут люди, 100%. Надо их пойти перехватить. А, видите, бежит. Блять, еще один. Куда он делся? Ай, блин, их тут целая стая получается. Двое вот там. Ой, одетые, хорошие ребята. Блин, где-то справа один был. Блин, одного упустили. Сразу. Кто это на кого там загрелся, интересно. Ну это вообще не тот, это вообще какой-то левый челик. Там в каске был нормальный такой молодой человек. Понял тебя. Блять, да вы чё? Типа это три челобота, что ли? Что, блядь? Если они убили этого типа? Да ну на. Но он там внутри может валяться, от который справа. Либо вот он. Это, кстати, больше похоже на правду. Влево перебегает. Ладно, ищем, чатик, ищем.
он бегает, походу. Бля. А он не понял, что случилось. А ты слушай, чел. Дробовик, блин. Это не тот. Шесть хп. Ёптыть. Ха! Спокойно. Убейте меня кто-нибудь уже, пожалуйста. Кто на 61-х, я так понимаю, да? Будем так работать. Может, он меня пристрелит уже? Я пойду отдыхать. Хотя он 13-й левел, даже, может быть, не охранял его. Напугаем их. Напугал. Кстати, челик одет в одежду того типа, которого я искал. Ай, блин. Ай, все еще кто-то сидит. Мне кажется, вот этот бот убил того типа. Кстати, да. Там же были выстрелы в тот момент, помните? Кто меня убил, интересно? Тая клетка. Уже не важно. Я пережил слишком много в этой катке. Да, вижу, да. Вижу. Кстати, парни, кому интересен снайпинг, предлагаю вам заглянуть в плейлисты, которые я оставлю в описании под видео, в первом комментарии под ним. Там снайпинг на основе игры Arma 3. Там нужно учитывать ветер, есть таблица поправок, разница высот, угол наклона. Все вот это вот надо учитывать для снайперского выстрела. Плюс ко всему, там у тебя всего лишь одна жизнь в неделю, грубо говоря. И сами понимаете, как эта жизнь ценится, в отличие от того же самого Таркова. Для примера, я там убивал соперников на 1200 метров из СВД с прицелом ПСО-1. С Барата я там убивал на 2 километра 200 с копейками, точно не помню. И был такой тоже интересный отыгрыш, где я стрелял с Little Bird, который меня поднял на 2 километра. И вот я, находясь в 2 километрах над землей, на вертолете, отстреливал вражескую пехоту. Кому интересен снайперский геймплей, я уверен, вам понравятся видосы в этих плейлистах, поэтому заглядывайте, смотрите. Это вам не Тарков с снайперским выстрелом на 200 метров. В общем, заглядывайте. А за этот видос спасибо за просмотр. Если вдруг понравилось, подписывайтесь, ставьте лайк. И всем пока.